Поехали, Грэн. Поехали. 43. Не Айзек Харт. Это хорошо. Как это банк называется, по-моему? Тейвис Инжар, да, по-моему? Мунгабэби. А, лол. Дринк выиграл. Тейвис Инжар. Господи, что за день сегодня? Что-то все выигрывают, а с чего ради? Что происходит? Привет, Мажелин. В смысле, нехуй лезть на мою территорию? Ты еще 7 чар еще не отобрал? Может, беру потом. Не знаю, 7 чар неинтересно играть. Сильно унылая хуйня с этими поисками кардридингов. И Меркуриев. Там еще можно снять секунды 2. Наверное. Но сильно хуёвый фарм. Сносит, по-моему, такой не сильно клёвый. Все еще не то, наверное. Неправильные седы. Ну там 1.5 секунды отыгрывается только на первой фазе. Это, типа, очевидно. Потому что меня уже заебало, на тот момент уже заебало это фармить. Уже думаю, ладно. Может, вторая часть будет лучше, и вторая пошла хорошо. Думаю, хер с ним, пускай уже будет так. Там типа надо, чтобы, блядь, был телепорт этот ебучий с правильной стороны. Чтобы эта ебаная карта взорвалась без нее, потому что смысла нет дальше идти. Мерзко. Потом еще батя бывает троллит. Ужасно. Ужасно сид. Так. Мангабэбика, наверное, нету, да? Короче, наверное, нету, господи. 35 ставок. Ужасно. Да, столько. Так. Окей. Было охуенное интервью. Большая аудитория. 1.5 часа и 5 профессоров. Много-много профессоров. Ничего, удачно. Или неизвестно. За. Дэмэджа очень мало. Тирета очень мало. Скорость очень мало. Всего очень мало. О, муха. Много интервью. Заебись. Дайм. Так, а чё эта хрень дает? Я даже забыл. Чё она вообще может дать? По-моему, она хп дает. Как минимум, да? Приколы. Там приколы, по-моему, не прикольные. Все правильно помню. Там, по-моему, приколы в основном такие себе. Там, по-моему, не 12, что-то меньше. По-моему, до 12 какой-то прох один хороший был. По-моему. И то, может, он рандомный, может. Золотая бомба. Да, золотая бомба. Тоже, наверное, не сильно клёво. Хотя, она может быть полезна. На началах. Фига, он там высрал. Ну-ка. Взбодрили, конечно, эту хартом немножко. Ну ладно. Все честно. У Грэвиса я тоже был эта хард, по-моему, в первом стрике. Так что все честно. Всем прокает. Только, кстати, тем-тейнера не было ни у меня, ни у него. Вот это удивительно, что до сих пор не было тем-тейнера ни у кого. Уже за 200 ранов, наверное, суммарно. Невероятное везение.
На 8 синее сердце норм? Одно? Типа одно синее сердце на 8 зарядов. Как у этого релика или что-то чуть даже похуже, чем на релик текущий. Давай, взорвем. Так. Так, я. Never stick the Citrons Iris? Yes. Well, I mean, it depends on how big is your streak. Like, in 1000 streak you will get, like, many Citrons, like, obviously. I will say you get like maybe one or two like really really bad runs, like every like 100 runs maybe. Maybe even more sometimes. Like really fucking bad runs. And many many like just like not super great runs. Like kinda difficult but not like as much. Just like slow and annoying. Like even on Eden. Это DQ. Ты пропустил все веселье, походу, сегодня, все. Самый лучший ран ты уже, походу, упустил. Сегодня за день. Не думаю, что мы это уже перебьем. Сегодня. Кстати, вот и хп дроп, кстати. Давайте на хп заберу. Не знаю, хп нормально. Самое начало рана. Карбетеры нет, не знаю, как работает карбетеры здесь. С этой банкой. Там что-то интересное. Грустно. Один кроллспейс тут пустой. А что в магазине было? Я забыл. Ладно. На ютубе он будет, но он будет там не скоро. Там же очередь. Я решил тогда просто заливать все раны. Типа, что много времени не отнимает после стрима он. Я же все раны, типа, сразу он записываю кусками. 5 минут все залить на YouTube, поставить на очередь. Там уже очередь довольно большая. Типа там 3 рана в день. Не знаю, уже 4 на неделю 2 она будет от ран там. Один минус. То я правда еще раз слифтарю, на психану буду как кобальт делать новый сейф. Хули делать, ну стрики не идут. Чё ж поделаешь. Надо, видимо, дальше играть, учиться в эту игру. Начинать новый файл. Не пошло. Чё, у меня ключей нет? Я хочу ключ. Возможно. Полезная банка, видите? Психу без повода, я его понимаю. С этой игрой такое бывает. Да, на самом деле, сейчас еще можно, наверное, типа игру проходить. Мне кажется, еще долго люди это будут смотреть. Ну, более-менее. Нормально. Все-таки еще очевидно, игру прошли только в основном только стримеры. В основном люди, которые, ну, типа, пиздец, много играют. Типа, уже опытные. Поэтому, типа, это еще долго будет востребовано, такие стримы. Просто, типа, с анлоками. Так что в этом ничего плохого-то нет. Просто не особо хочется этим уже заниматься, честно говоря. Когда все равно уже игру один раз прошел новую. Второй раз ее опять проходить. По новой. Я заберу это с собой. На сделку. Заберу перед боссом. Найс. Найс. Ага. Ага.
Так, два из двух кролл-спейсы. Два из двух пососных кролл-спейсы. Два из двух тройбомба. Так, вернуться за этой херней. Да, дринк ты выиграл, заказывай песню. Новый сейф будет, когда на Стрикселе, наверное, будет новый сейф. Может тоже психану как кобальт. Уйду опять играть в игру просто. Но на самом деле, вряд ли. По-моему, я не особо хочу с этим заниматься на этом этапе. Возможно, когда, типа, игру обновят жестко. Ну, типа, когда там все патчи пройдут, все эти багфиксы, может, там, по осени, по зиме, может, опять ударимся в прохождение игры. Может быть. Типа, когда уже будет реально финальная версия игры. Прям вот, блядь, финальная-финальная. Это, типа, еще не финальная нихуя версия. Вот по факту. Потому что все еще могут быть, какие-то изменения могут быть в теории. Там, потому что будут менять много чего по ходу. Да, кидай просто в чат ссылку на YouTube песню. Нажал. Вроде пошло. На банка ли? Может, это какой купон? Типа бесплатные сделки. Какие-то там могут быть. Ладно, заберу на купон. Я опять ощущение, что у меня все сейчас за хард есть. Это ужасно. Что я ненавижу, когда после The Heart надо еще дальше играть. У меня реально ощущение, что у меня все еще где-то The Heart сзади. Болтается, он же им доджить. А ебало можно типа всех таранить после этого. Екалая. Ужасно. Купон, если прокается, ты берешь айтем с купона, он сделку не лочит. Потому что ты хп не потратил. То есть ты формально не выполнил условия сделки. Сделка лочится, когда ты берешь айтем за хп. Да, ты типа лочишь. Это может быть громко. Может быть. I'll just key. Ты магазин. Та-да! Подожди. Может там будет ресток. Маловероятно, вдруг. Там может быть ресток, либо в секретке может быть ресток. Магаз на шлем. Ну,
Ну, купон подождет, наверное, до сделки на всякий случай. Но это я так могу купить. Okay. Ебать айтемы. Ты чё разобрать? Ну ладно, верхняя хуйня это хуйня. Это понятно. Нижняя хуйня справа... Это что-то не помню. Это тирейд? Или это не тирейд? По-моему, это тирейд был маленький. Типа опция это опция. В смысле фудж буллет? Ты что, троллишь? В смысле я тебя булю? У тебя не буллет. Булил, если бы я бы сейчас проебал, тогда бы мы тебя бы булили. Да, получается, нам стрик слила. Своей ставкой, видишь? Так получается, просто контент вышел. Видишь? Просто ради контента. Тернул хард, ангелы. Даже на дьяволах. Понял, идти рейд. Ну, звучит полезно вроде, не знаю. Я заберу. Да господи, я шучу. Я на волк. Успокойся. Все нормально. Не переживай. О, хайрофант. У меня ключа теперь нет. Блять. Где ключ брать? А, ключ. Стюрет хороший. Ну, уже почти стап получается, да? Кстати, я даже там вчера все-таки реально посидел, почитал эти сообщения Килберна, упорядочил в этом дискорде. Я там такого почитал. Ой, бля. Ой, бля, это я там почитал. Лучше бы я это, конечно, не читал. Он там, походу, и Войд хочет менять, по-моему. Типа, идеи есть. Он там, блядь, он там, короче, Burst Riot Effect у чата спрашивает, типа, что лучше сделать. Короче, все плохо, если он в Дискорде спрашивает в Айзеке, что делать. Мне кажется, что-то будет очень странное. Нерфы, да, он там D1 хочет нерфить. Я вам писал в Дискорде. Только он пока не знает как. Пока еще. Он не знает как, но типа хочет, а как, типа, не знает. Но хочет нерфить D1. Revelation вроде уже точно будет нерф, но тоже не сказал. Ну, говорит, типа, легкий будет нерф, типа, не сильно большой. Может, диагонал уберет. Земель будет счастлив. Не будет диагоналов у этого Revelation. Ну, короче, какой-то нерф тоже будет. И Берсайд там, по-моему, 3 или 4 спрашивал, типа, что делать. Типа, что с этим Берсайд делать на этих персонажей, типа там 3-4 это. Варианта молчатик это. Решайте. Короче, мемы. Ну ладно, по крайней мере, он пока что-то делает. Это все-таки плюс, наверное. Раз он, видимо, сейчас что-то хотя бы что-то пилит. И по крайней мере, да, он там признал, что типа Трисагион параша. Ну, в том плане, что там это синергия с этим Епикаком, там что-то они там нахуй вертили. Непонятно, что там, короче, он в итоге хочет вообще переделать Трисагион полностью. Типа менять. То, ну, опять же, тоже не знает как, потому что он об этом, очевидно, еще не думал. Типа, хочет потом переделать как-то. Короче, приколы жесткие. Ну, в общем, посмотрим. Но, конечно, я думаю, это все будет не скоро. Типа, следующий патч, наверное, будет очень не скоро. Раз он сейчас только, типа, у людей спрашивает, что вообще делать. Не, он там хотел, типа, вообще хотел переделать Трисагион полностью, Икай. Там речь была о том, что он хотел вообще его переделать механику айтема. Каким-то образом. А не просто, типа, это, исправить баги с ним. Он там, типа, написал, что, мол, конечно, он сначала просто, ну, очевидно, будет это. Полароида. Что он, типа, сначала просто пофиксит всю эту хуйню. Ну, основные баги, там, которые с этим. Conjoint? Дорого.
Не хочу пока конжуинт, наверное, все равно. Типа там краши с этими паразитами, планетами, чем там еще сейчас типа краши происходит. Типа сначала это все уберет, потом уже будет думать дальше. Короче, увлекательное чтиво. Лучше бы я туда не заходил. Привет, новатор. Пандора, я помню. Сирскап. Ну, поехали. Плюс 0,2. На сделку шанс. Bombs are key. Так, теперь главное не забыться, мне нельзя набирать новый хп красного. Прям вообще нельзя. Алтарь крест, думаю, не удаляет, это же типа не фамильяр. Крест. Что, полагаю, не удаляет, наверное, нет. С виду вроде не должен удалять его. Плюс тринкет лол. Найс. Еще были бы вообще было бы хорошо. Дай просто грин. Ключ. Мог крашнуть. Пох. Ты не путаешь с банкой? Говорили, вроде банка крашит, или это тоже хуйня крашит? Не то и то крашит. А там шанс не очень большой, наверное, потому что я уже сегодня уже два раза издал эту какую-то хуйню. Вроде пока живы. Блять, естественно. Ладно. Много денег. Вроде хп падает, может мальчика пофармить. Лол. Там был ключ? Я уже забыл. Ключ. Ключа не было. Есть мешок за 3. За 4. О, нормально. О, за 6. Мне понравилось. Покупать мешки. Ладно, больше не буду. Хватит. За 9 уже дорого. За 9 уже многовато. Да, покупался пока. Так. Конжойнт? Нет. Потому что у него, видимо, туловища, да, нет, поэтому это не конжойнт. Это типа одна башка. Башка без туловища. Не конжойнт. А где хп? Где хп-то? Что это за хуйня? Мальчик дико жадный.
speed up. Okay. Сейбусь бегать надо. Пошли на сначала босса добьем, может там будет хп. Нету хп-апа. Так, сколько там было хп красных? 3,5. Чё-то немного. А, да, ещё секретка, вот, правда. Ещё секретки есть. Там сколько? Половинки. Одинаково. Спидап. Дети жертвы приносятся, кстати, хер его знает. Не думаю, это ж типа не айтем. Хотя, может, и приносит. Ну, типа, они с айтом, но, типа, они как бы не айтом. Сложно. Типа, они не фамильяры, наверное. Хуй его знает. Не помню, что я такое делал. И да, челики пропадают, они умирают очень быстро, у них очень мало хп. Они очень быстро дохнут. К сожалению. Они очень неживучие. Господи, как ты мне дорог. Ты, сука, может, выйдешь, урод. Эти крепости. XL, XL. Ну, тут типа XL не страшно, наверное. Ну, они уже все сдохли. Вон. Все. Да одна рума, все, они все сдохли. Это охуительно это. Не, они вообще не живут. Просто одна рума, и все, все уничтожены. Тут же. Хуя красивые XL. Упс. Это, возможно, будет Black Room. Осторожно. Ай-яй-яй. Ай. Тут нет, все одни и те же мобы, которых новых добавили, они ужасные. Вот эти батликеры, которые новые, дангдепсовские, они просто ужасные. И да, они называются батликеры. И нет, это не смешно. Это очень ебаное название. Ну и, по-моему, официально так и называются. Те мобы. По крайней мере, которые эти, кротопоезды. Правда, эти, возможно, называются по-другому, возможно, в Dunk Depths. Может быть. Может, нет. Не помню, у них есть свое название или нет. Минус XL. Лол. Кратопояс лучше.
Да, это он. Это Solid Snicker Pimps. Куча бомб, за два ключа будешь брать. Наверное, буду, у меня держу 5 ключей. Смотрим. У меня было 2 ключа изначально, поэтому не хотелось это брать. Казалось, не сильно выгодно. Это же может быть босс, да, здесь? Где не босс? Да, я только в это играю. Чё, очень редко бывает спиран НФС. Ну, очень-очень like редко спиран НФС. Че, не нашел? Спасибо за 175 рублей фанбокс. Так, интрига. Если не нашел гача, то что это? Это очень громко. Как минимум. Что-то восточное. Хаос. Ладно, давай. А, так подожди, лол. Я забыл, что у меня ресток есть. Так тут гачи. Гачи, господи, гачи. Тут хаос, может, нормально зайдет. Возможно. Ну, типа, тут ресток херовый, потому что очень дорогой. В этой игре такой себе ресток. А, смотри, хп реплейся такая. Интересно. Ну, в принципе, все еще что-то может, можно будет купить. Надо будет маленько денег поискать. Чуть-чуть. Тринку какую тринку? Какая там была тринка? Тише музыку. Лень. Сейчас после этого рума. Карту? Так вроде тихо. Мы же на уровне поехали. Громкости. Answers. Знаешь, сидишь на стримах у Грега. Не может быть. Как ты это узнал? Упс. Не может быть, атаки есть. Ладно. Не буду врать, я сижу на стримах у Грега. Есть такой грешок. MMORPG. На его стримах по Raid Shadow Legends. Интересно, будут еще стримить или нет? Или там один раз? По-моему, там один раз нужно стримить. По договору. Типа один стрим, час-два, все, по-моему. Можно потом больше, по-моему, не стримить эту прекрасную игру. Редко стримит. Это ты подожди. Кто его знает. Он уже один раз уже, по-моему, уходил с Твича уже после того, как начал стримить БДО, по-моему, постоянно. В итоге вообще стримить перестал потом. Люди, играющие в ММО, они
опасные, непредсказуемые. Сорваться могут когда угодно. Привет, панда. Вырубаем. Да скоро же, наверное, закончится. Так, а если у меня прокнет купон, это же будет плохо, да? Это же будет, наверное, плохо. Если у меня купон прокнет. Что-то мне кажется, это будет нехорошо. Я, скорее всего, потеряю просто айтем, да? Типа там будто не на этом и все. Он будет бесплатно, но там не будет нового этому. На месте бесплатного. Вроде раньше это так работало с купоном. Это была плохая синергия на пересток. Так что давайте попробуем так. Покупать. Покупаем 13, еще что-то докупим и все, да? О, конжуем плов. Гайпи чай слоу, окей. 27! Бля, ладно. Это уже, наверное, не купим. Тут, кстати, можно нажать этот купон, наверное, попробовать. Попробовал. В принципе, можно еще попробовать. Давайте купим... А, я ж не куплю, да? Я могу быстро так сделать, так может прокатит. О, прокатило. Найс. Привет, мастер. Значит, лучше что оставлять эти тринкеты. Так, подожди, что там были еще за тринкеты? Подожди. Хелло, Эгард. На карты тринкет. Это вариант. А я думаю, Эдвард. Бэм. Бэм. А, куча бомб, это да. Где была куча бомб? Я, наверное, ее прошел, да? А вон она справа, наверное. Он в той руме. Куча бомб, куча бомб. А, я уже был в суперскидке? А, вон она, господи. О, там было хп, но у меня хп вроде максимально, ладно. Пол хп не страшно. Doing good, working a lot lately, what about your future? Ah. Same old, same old. Throwing streaks every day. Музыку включил. Ах да, хаос. Верно. Ладно. Брать хаос? Хаос нормальная тема. Чё тебе не нравится? Просто не умеешь им пользоваться.
Ну, вниз, наверное, вот что-то. Что-то это. Что-то карта мне это вообще не нравится. А, вот она, карта, которая мне нужна, окей. Не, короче, сейчас, если бы сейчас были бы магазы как раньше, хаос был бы просто топовый айтем. Просто мега топовый айтем. Ну, типа не магазы поломали, поэтому чуть хуже. Потому что они хаос сделали лучше, все-таки. Потому что они убрали эти бесконечные роллы там в гапе части, в эти бомб айтемы, в книжке. Это они починили. Стало маленько повеселее. Шналё. Нет, хаос раньше был говном. Ну, вернее, нет, он был не говном, если у тебя типа, много было денег и много было магазов впереди. А так, типа, это просто, ну, это рандомная хуйня в рандомной игре. Типа, ты просто усиливаешь рандомный эффект в ране. Кстати, я забыл, ты надо же было вчера это доебаться до Клуберна в Дискорде. Про ТМ-тренер, про старт на Эдене. Типа, чтобы он его убрал с этого, с Эдена. Правда, он, конечно, этого делать не будет. Ну, доебаться же можно, правильно. Раз и уберет. Ладно, вроде он там собрался его тоже, по-моему, чинить. По крайней мере, если убрать суфлоки оттуда, может будет нормально. Но все-таки ТМ-тренер, это такая хрень. Типа, просто минус-минус ран на пустом месте можно получить с этим ТМ-тренером. Абсолютно ни за что. Не, это не починит. Это, я думаю, не точно починит. Это все же, я думаю, явно баг. Потому что он при этом вроде не ломает части ножа. И, по-моему, что-то еще он не ломает. Так что я думаю, это просто баг. Здесь забавный факт, который вчера это вычитал. Изначально он хотел сделать, чтобы, короче, после получения ачивки, ну, это корабдата. У тебя, короче, айтемы эти поломанные могли быть где угодно появляться, то есть абсолютно в любой руме, а не только в этих вера-румах и в секретах. Слава богу, он этого не сделал. Слава яйцам. Все-таки додумался этого не делать. ТМ-тренер, а может быть ТМ... Труинер? Труинер? Может быть и так. Я верю. Ладно. А здесь? Не здесь и не там, да? Чтоб мы видим это здесь. Господи, а где? Judgment. Слева. Ха-ха-ха!
Ме. Ладно. Плохой глаз. Так уже как-то проебал Антирас Имперор. Бам, 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 бам. Это плюс 5 бомб, да? Найс. Букворм, найс. Чё я получил? Что я получил? Или я опять нихуя не получил? Мне дали кого-то или нет? Что я не увидел. Непонятно. Тогда 5 бомб тоже. Ну-ка, братья. А, чаби далеко. Стоп, а где он? А, он увидел. Okay. Уф! Кайф. Так, Анджи.